Глубоко уважаемый Александр Владимирович, глубоко уважаемый Александр Владимирович, сегодня мы встречаем первый контейнерный поезд из казахстанско-китайского терминала в городе Сиань. Расстояние до города Баку поезд преодолел за 11 дней. Прошу вашего внимания на видео. Konteyner qatarının Çinin Sian şəhərində istismara verilmiş Qazaxıstana məxsus nəqliyyat logistika mərkəzi tərəfindən yola salınması orta dəhlizin bütün iştirakçıları üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 61 konteynerdən ibarət qatar uzunluğu 7000 km olan marşrutu 11 günə qət edib. Multimodal daşıma zamanı konteynerlər Qazaxıstan limanında yenidən yüklənərək Xəzər dənizi ilə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanına, oradansa Abşeron stansiyasına çatdırılıb. Orta dəhlizin inkişaf və yeni yüklərin cəlb edilməsi baxımından bu günlərdə Çində fəaliyyətə başlamış Qazaxıstanın nəqliyyat logistika mərkəzi marşrut üzrə yükdaşımaların həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına hədəflənib. İlkin razılaşmaya əsasən bu mərkəz vasitəsilə Azərbaycana ayda 10 konteyner qatarının yola salınması planlaşdırılır. Bununla yanaşı orta dəhlizin inkişafı üçün birbaşa istehlakçılara yönəlmiş rəqəmsal DTS platforması yaradılıb. Azərbaycan və Qazaxıstan dəmir yolları təqib və izləmə funksiyası vasitəsilə real vaxt rejimində marşrut boyunca yüklərin izlənməsi sisteminə inteqrasiya olunub. Vahid rəqəmsal ekosistemin yaradılması və inkişaf etdirilməsi orta dəhlizin şəffaflığını, cəlb ediciliyini getdikcə artırır. Azərbaycan və Qazaxıstan dəmir yolları idarələrinin birgə səyləri sayəsində 2024-cü ildə yükdaşımaların həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması planlaşdırılır. Cari ilin yanvar-fevral aylarında Qazaxıstan dəmir yolları səhmdar cəmiyyəti ilə Azərbaycan dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti arasında yükdaşımaların həcmi 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25% artaraq 539,5 min ton təşkil edib. Xatırladaq ki, əvvəllər Çindən orta dəhliz vasitəsilə yüklərin Qara dəniz limanlarına çatdırılması təxminən 53 gün çəkirdisə, hazırda bu müddət 18 gün təşkil edir. Хочу поздравить транспортников с этим знаменательным событием. Сегодня в рамках государственного визита президента Казахстана в Азербайджан подробно обсуждались вопросы транспортно-логистического сектора. Те решения, которые приняты нами по существу и способствовали тому, чтобы сегодня эта прекрасная церемония была осуществлена. Сегодня Казахстан и Азербайджан активно работают в деле укрепления взаимодействия по всем направлениям, включая транзитно-транспортную сферу, сферу, связанную с коннективностью. И в данном случае двустороннее сотрудничество является частью многостороннего сотрудничества в рамках реализации проекта как Транскаспийского транспортного маршрута, так и Срединного коридора. Планы, которые сегодня были обсуждены, позволят, чтобы железные дороги наших стран не простаивали, а такого рода контейнерные поезда стали бы обыденностью нашей жизни. Чем больше будет провезено грузов между нашими странами в разных направлениях, тем больше будет сотрудничество между нашими странами, тем больше Казахстан и Азербайджан будут играть роль в деле международных транспортных перевозок. Я еще раз поздравляю Казахстан, Азербайджан, а также наших партнеров в Китае с этим знаменательным событием.
Как говорится, катарын йолу ачы болсын. Уважаемые коллеги, от всей души хотел бы поздравить вас всех с этим знаменательным событием большого значения. По сути дела, формируется каркас, транспортно-логистический каркас Евразийского континента. Я полагаю, что сегодняшнее мероприятие войдет в золотой страницы в историю взаимодействия и сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном. Казахстан и Азербайджан являются естественными стратегическими союзниками и партнерами во всех сферах сотрудничества и, конечно же, в транспортно-логистической сфере. Мы сегодня во время переговоров говорили очень много именно об этой сфере, которая связывает не только наши страны, но и многие близлежащие государства. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность правительству Китайской Народной Республики за добрую волю и сотрудничество. Я присоединяюсь к словам уважаемого президента Азербайджана Ильхама Гидаровича Алиева. Ал жол болсын, сәтлік тілеймін.